Всем привет, кроме Гачка. Всем привет, кроме Снупи. Что, идем конфликтовать или квесты делать? Блин, я квесты не беру, но... Собери галочки, все что-то. Так, хотя бы немножко денег собрать. Да нахуй эти деньги. А Мюгин уже 8 уровня. 8? Две ППхи вернули мне. Да, ППхи никому не нужны. Не знаю, завтра придет, не придет это 545. Ну, пройдет, скорее всего, без гупшити или без прицела. Не, вчера один такой калаш пришел. Готов нажмешь? Я не нажал разу. Похоже, на я нажал. Я могу назад нажать и еще раз готов нажать. Нет. Готов. Готов крейт, понятно. Да бля, что ты делаешь? Да он не стартует, да. Давайте кикну сейчас. Еще раз снимать. Я не понял, в чем ты стоял? Че, опять не запускается? Не, все нормально, пустил. Ну, у меня сейчас лобби. Там эта табличка. Поиск игры, да? Нет. Внимание, это бета-версия Skyform Tarkov. Ну-ка, девочки, стрим идет? Да, стрим идет. Че, в Discord тоже включить? Минус FPS на. Что за жизнь, бля? Да. Поиск рейда приостановлен, бля. Когда у тебя не заходил, у меня показывал то, что поиск идет. Сейчас передай его. Бета-версия же. Да, бета.
Слушай, помоги мне графику настроить, чтобы вообще на минимум было. Здесь все низкое. DLSS. Включай. Так, сейчас. Там баланс. Ставь. Сейчас найду, где это. NVIDIA DLSS. Сглаживание. И ниже туда. Не вижу. Бля. Посередине. Так, NVIDIA, ага, выключить, да? Баланс. А, баланс. Да, сохрани, сейчас ему надо будет перезайти в игру. А, вот это аж бау, как вот максимальная производительность. И SSR. Так же? Сейчас скажу тебе. Хром, операция, шум. На, скинул тебе. А, и здесь тоже нужно? Да. Это яркость. Так, 36, 43, 63. Видос вчера посмотрел, просто был комара. Погоди-ка. Сейчас настрою 36. 43. Что там еще было? Так, 43, 0, 63. 0, 63, 95, 71. 63, 95. Интенсивность 71. Так, цвет коррекции JSON. А у тебя? Эмила? Почему он Эмила? Ну, цвет такой, типа, оттенок. Эмила? Долго выбирал? Дальтонизм? Я тоже у кого-то там нашел. Ты выключил, да, дальтонизм? Дальтонизм. Да. Да, блин. Как лучше стал? А, видел, он мигнул еще где-то, тут тоже... Так, теперь общее качество графики низкое-низкое. Общая видимость 1500. Не до хрена ли 1500? У меня компьютер с ума сойдет, наверное. Да ничего не сойдет. Ром, конечно. Так, сохранить. Это воин. Сейчас. Общая видимость. Ладно, на 1500 поставлю. Сохранить. Все, готов. Приглашай. Admin Quest Group. Побег из такого ЧВК, да, нажать? Лес. И там на день, на утро. Так, лес. 0.9. Далее. Включить тренировочный. Далее, да, там? Да. Так, все, у меня... далее нажать, да? Да. Начать поиск группы. Алло. Привет. Алло, мышь, ой, наушники возьми. Все твое теперь, мое пригласить, или ты меня сам пригласишь? Нажми поиск группы. Начать поиск группы. Ну, я уже начал. Нажал. Я теперь вижу в списках, там есть все твое, теперь мое. Да, могу я тебе... тоже тебя вижу, но я не могу тебя инвайт. Пригласить в группу, я тебя инвайт. Ну, пацаны, может, ты там далеко стартал? Назад нажать? Че, бля? Так. Я тебе пригласки. Останови поиск группы, щелкну. Останови поиск группы. Да, блядь.
не могу. Создать группу? Что сделать? Ты выйди из игры, зайди за нас. Зайди как человек. Попробуй еще раз, заебал. Спасибо за стрим. Всем всего хорошего. Давай. Всем пока. Ананас с собой взять. Что взять? Ананас. Чекс. Че это такое? Шина, бинт. Анальгин нахуй не нужен. Да готов полететь. Я вчера все таблетки съел, все, блядь. Что, я? Ну. Жрать охота его. Ванюк с утра сегодня слух пустил, то, что у Макса 8 уровень, да? Да. Вы че, угораете, что ли? Шептуна пустил с утра пораньше. У Макса еще 10 это уровней, и он на эту барахолку откроется. Да, нихуя себе. Как так? Ебать, Терминатор видел? Кто это, нахуй? Кто это? Что это за воин? Где Санёк наш? На, Макс, ты видел вот эту фигню? Какую? Сейчас, прям сейчас включусь. Да, блядь. Побег. Внимание, вас, ваш персонаж сейчас находится в рейде. Где я показываю? Добытый путь. Ты там находишься? Блядь, я не знаю. Преждевременно покидая рейд, вы теряете все добытое и получаете стат. Вы тут дезинфектор, блядь. Ты что, начал рейд тоже, красава? Ой, бля. Видел вот эту фигню? Смотришь? Четко, игрушка. Четко. Класс брони видишь? Пятый. И что мне сейчас нажать? Выход? Да, жми выход. Выход? Уверен хотите выйти? Да, хоть покидай, ничего страшного. Я из игры снова вышел. Ты все? Так, что тебе еще тут показать? Здесь указок тоже, видишь? Зона брони вверх, затылок, да, глушь. Вот такая фигня. То есть я сейчас скипнул свое оружие, да, получается там? Сейчас посмотрим. Самому интересно, да? Вот эти, видишь, керамические броники. Они разрушаются очень быстро и плохо это, короче, ремонтируют. Влияют на потенцию. Это, блин, уже это короче, ловко, конечно. Так, сейчас я, подождите. Мне нужно собраться, а ты меня... Так, я понял, еще этот, смотри. У них, видел, есть вес 13500, один броник. Вес-то, но видел. Да. И вот здесь у этого вес. Я не знаю, что мне делать, у меня также выходит ваш персонаж, сейчас находится в рейде. Покинуть рейд, там нажми, бро. Стрим, включи мне в Дискорде. Разве не включен? Похоже, что нет. Нет. И вот этот, видишь, он, характеристики, показатели веса. Видишь, 32,8, он этот, горит, что этот перевес у него. Вот так, видишь, 23. Все, теперь у меня, когда перевеса нет, зеленый горит. Здесь качается умение выносливость со старта. Если на тебе броник и перевес, у тебя качается вот этот навык, сила. А выносливость тебе нужна, чтобы бегать далеко. Help me. Побег Старкова, что тут? Покинуть рейд, может? Да. Вернуться? Да. Чё да? Чё, блин, да? Покинуть рейд. Ага. Все верно, Сань. Идет барахульно гороховой пушкой, блядь, и в бронежилете 5-го класса, блядь. Вот это воин, блядь. Это воин. Люди ходят в таких драться, блядь. Так, что мне нужно сделать? Так, я, наверное, этот лишний броню одел, да? Я посмотрю, нет, все нормально. Нет, все нормально. Пули что запихал туда? Ну, который ты мне... Давал. AR-6-3, я их закинул вот я буквально. Понял, знаешь, как осматривать? Чего тебе туда заряжено? Надо же осмотреть. И магазин переверни патронами, какие есть, да. У нас черные. Это да. Вот эти AP-6-3. Ага. То есть они хорошо броник пробивают, 4 класс. 5 класс уже вот этот, они твой не пробьют. Такая херня. Да. Ножик сними. Здесь ножиком ты никого не убьешь, он из тебя веса, видишь, сейчас 21,4 было. 200 грамм ты их сбросил, считай, в туалет сходил. Че так слава-то?
Принятно. Не, ну хорошо. Четко. Принятно. Готов на. Бля, убийца, ты посмотри на этого. Ой, блин. Где бейсболку надумал? Кинок там. Сколько лямов у тебя сейчас? 10. 10? Бля, ты вчера задержался, да, на 2,5 ляма? Слишком. Где? У него 14 же было. Да там почти 15 было вчера. Вот я и говорю, задержался он на 2,5 ляма там. Когда мы в топ пошли. Нет, я же убежка там делаю. Вкладываешься. А что это дает? Что-то это дает. Персонаж быстрее качается. Думал, там можешь кого-то приводить в свое убежище. Да. Хижинка холостяка, да? Так, у меня есть план. Я прыгаю. Хуякс. Нашла воина. Вперед мародерствовать. Так, автоматический режим. С этой стороны, если по песку пойдешь, то за это ноги оторвется. За мной прям бегите. Вот здесь мины уже идут, левее. Следующий лагерь уже чуваки должны забегать. Меган, не лутайся, садись на камень, смотри, как это лагерь, прострел. Сядь в куст правый.
Пиздят вас? Да-да, меня хуярят. Съебал. Кто убил? Ну вот, вот в лагере и пизданули. Я понял, кто убил-то, посмотри. Убил Берби. Стрим включи мне. Бердай, это боссы там, Саня. Что делать-то? Что, суету наводить? Он на боссов быканул, что ли? Да, они такие типа шутки не шутят. Там три босса, короче, одного убиваешь, остальные двое тебя пушат. Так, теперь нам надо как-то туда ворваться. Не, как, блин? Пёс ебаный, уже хуярит меня, блядь. Чё, мне слева обходить как-то? Не надо, не лезь. Сейчас Я возле тачек тут. Так, нам вот туда как-нибудь добраться надо. Мегин, ты там в заначке умер? В кустах не найдут тебя? Разлутывать не надо? Я погиб вот как под камнем прям почти. Я начал обратно заходить рядом с лутом там как раз. Это, сука, захуярит мне. И не стукай, тварь. Сейчас, Саня, если пьем, бля, будем жирными пирожками. Тебе аптеку надо, Саня? Я не знаю, где ты. Я у тебя в палатке тут соседней. У тебя в лагере. Понял. Мне к тебе подойти или здесь же быть пока? Кто это там закрытый? Сейчас я приду. На, вот эту хуйню. А это вместо яишки твоей желтой аптеки. Ну, у меня есть этот айфпак на 300. Похер, с собой тащишь. Жалко этого Меген. Нет. Так, ты сдох в кустах, да? Да. Я там цепочку нашел серебряно. Блять. Сдох-то в открытый так. Так, а что на тебе было? А, говноброник, капутка какая у тебя была? Вот эта, которую мы вчера достали с робота. А что у тебя было? РДшка. А, хуйня. Там пошли лево. Так, ты вниз спустился? Да, вниз лево. Сейчас мы круг дадим, зайдем к нему это с подветренной стороны. Под холм. Не разъебут. Ты видел, у тебя когда он стреляет, у тебя пули над башкой там типа это. Летает свист, блядь, и этот экран там подмаргивает такой. Да. Какие ощущения были? Сам прогиб. Сам прогибался? Да, на C нажимал. Не знаю, мне, конечно, вот этот вот цвет. Не очень нравится. Привыкнешь, в темноте видно зато. Да? Ну ладно. Сейчас пиздец, так обходить надо, блядь. Они как читаки в PUBG, блядь. Мигина, видишь? Опа! Это чего кажется? Они далеко, да? Где-то? Это ЧВКшник был. Пойду хилиться на. Что, тебя сильно ранили? Ну сейчас посмотрим. Текс. Здоровье. Да нет. Он даже не попал все. Иди ну, капли крови видел. Ты где?
Я за камнем стою, там, где это разъехалось, блядь. Сейчас, блядь, подожди, патрон докину, скажу, где я. И ты болтаешь? Да. Я наверху здесь, на камнях. Так я понял, иди сюда, бля. К воде? Да. Всем проверить собаку сутулую. Он своим горохом только в лицо тебя убьет. Так вот он нас отсюда где-то стрелял. Уже этот. Бежал. Не скачи пока, не задевайте. Пустые, старайся обходить. Он где-то рядом. Автомат этот. Автоматически, стоит. Да, автоматически. Стрельба начнется, мы там быстро выбегай. Надо будет его подавить. Может, я впереди пойду? У меня наушники лучше. Да он так все еще обстрелял, съебал. Вот он, это он. Он туда с ботом пришел. Их двое будет, Сань. Mm-hmm. А это коварь звук был? А нас обстреливали с СКС-а. Там бомжары. Все, что ты слышишь, стрельбу ответную, да? Угу. Это значит бомжи. Денег нет на глушителе. Это... Вот он наш бот. Босс есть. Опа, мне хуярили. Я сдох. Босс нас разъебали. Мы к боссам пришли, что ли? Так мы их и обходили, блядь. Те дебилы-то тоже на босса, видишь, наступили. Найт убил, блядь, бел, сука. У тебя тоже Кнайт, да? Да. Я 61, блядь, БПВшка. А раньше ходили, не было же там этих боссов всяких. Да, у них шанс, короче, 15% выпадения. Даже если издали будешь в них стрелять, все равно убьют, да? Издали их только теплаком увидишь. Ну, даже если издали с теплаком, они все равно в ответку... Ну, могут. ...заваншотят. Пошли растрата на патроны, бля. Пошли патроны на растраты. Гранаты мои, бля. Куда хотите сказать? Да. Уже 9 миллионов засветило. Пиздец, у меня вообще тоже 9. Утро не задалось. Да. Поткнули. О, разгрузочный желез с бронепластинами пойдет же, да? Ну, смотря, что там у тебя. Ну, да. Ты смотри, какой класс. Третий?
Ну, пойдет тебе. Я тоже так думаю. Готово? Сейчас шлем возьму. Не, не готов пока. Погоди, ну, блин. Ты нажмешь, как готов будешь, ё, какие проблемы. Вынуть патроны. Уже 9400, бля. Четко. Худее на глазах, бля. Штаны спадают на глазах, да? Да, может, дырка в кармане там, бля. Почему так, нахуй? Так, рюкзачок. Вот так, нахуй. Е-е-е, мать. Буду снайпером, нахуй, с калашом. Ладно, я шучу. Не наебал, все нормально. Да блин, что я не то сделал, а? Че там? Первая тут? Ошибка. Первая ошибка тарковчанин, он зашел в тарку. Такое ощущение, как будто один рюкзак похерил. Я пофиг, блин. Причем. Этот у себя, блин, в этом сроке. Окей, сроне. Я вижу, Саня, это каска битая. 12 единиц из 25. Так, почистить надо? Ой, ремонт. Это еще плюс 10 тысяч, да? Минус 10. Угу. Так, ну-ка иди этот, торговца нажми. Сейчас, погодь. Одну аптеку вытащи, ты вес-то скажешь с собой лишь. Смакхас ставит запасной. Вытащи, наверное. Вытащи, не надо. Вот эта фак, аптечка, она остановит кровотечение большое. А, смарх не нужен, что ли? Нужен, нужен. Если ты без смарха будешь остановить, то это большая аптека, у тебя от 400 единиц аптеки останется там 200. А вдруг два вот таких больших перелом будет? Может, две, нет, я думаю. Одного тебе хватит, а второй, если второй будет, можешь это факом этим захилить. Посмотри аптеку, короче, это правой кнопкой мыши нажми. Посмотреть. Видишь, он так останавливает сильное кровотечение, но потратит 170 это, очков. 170 хп. Да. А маленькое кровотечение, которое ты бинтиком можешь остановить, потратится 30 хп. Видишь? То есть ты типа этой херней можешь все захилить. Так, что еще нужно? Вазелин возьми. Свой медь надо. Да ты себе возьми. Нет, не надо. Я не такой. Да, да. Че ты отдали? Маску одену, только как лох. Вот эти очки кондоры, они дают тебе, короче, шанс рикошета 1%. Ну, не 1%, но какой-то есть, короче. И плюс, если тебе кидают флешку, у тебя ослепления полного не будет. Мне цвет не понравился. Чё-то, блин, как-то этот... Не вот совсем. Своё можно настроить, как тебе надо. Чё-то получить всё. Может, какие-то дали. Так, пожрать, поесть. Блять, мою кепку забрали. Давайте ещё одну вынесу.
У меня по 80 все достаточно, наверное, да, для рейда? Да хватит, там похаваешь чего. Так, вроде все. Это были гоны, говорит, головорезы. Это тоже как свита считается вот эти, или что? Нет, свита слабже. Гуны, это же вообще племя, блин, старых. Кочевники. От этого племени сделали, создали там, блин, построили китайскую стену. Я сейчас приду. Сейчас, когда здесь по этой по горе будем подниматься, слева смотреть, чтобы не подстрелили дрищи. Потому что по таймингу можно, короче, прибежать с тех озер и начинать отстреливать. У меня точка, что ты хочешь от меня? Здесь очень точно можно стрелять с точки.
кувалду нашел, шило, блядь. Пропанно, инструментано. Смотри, чтоб у тебя это не нашли, да? Запчасти. Все, я на выход. Да, это копейки. Да? Сейчас супер тяжелый стал, на. Да. Кувалду тебя подгрузила. Так, надо пожарить взять, на. Да бери уже. А, я не могу взять, да? Ага. Забегают к нам. Ту гору смотрите, где в прошлый раз Мюгин погиб. Это они стреляют? Нет. Смотри, он уже где Мюгин носится. Два штуки. Смотрите? Я хз куда смотреть. Они уже у палатки. Бля, хлопа нужна. Ты где? У скалы? Я вниз. У палатки кто? У палатки пизди его. Ты где? Возле скалы? Тихо. Замрите все. К палатке один подходит. Гаси его. Убил одного. Все, 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 вроде. Нет, есть еще. В палатку зашел. За двоих еще. Это я закидываю палатку. Понял. Один палат. Убил палат. Что? Кто меня пиздит, блядь? Не знаю. Спасибо, папаш. Я бы так поступил. Ебать, меня броня затанчила. Пиздец, что за суета тут была, блядь? Потом я закидывайте, потом лутаться, блядь. У меня все нормально. Уровень. Ебать, я все магазины растерял. Четвертая броня Юсака. Один тип на меня выходит и не стреляет в меня, блядь. Он запутался, я не свой, не свой, блядь. Наверное. Так, я все магазины растерял, блядь. Бля. Жетоны проверяйте, кто кого убил. У меня три типа трупа должно быть. Я убил одного. Я, наверное, никого не убивал. Мегин, я твою кепку выкину. Не нужна, короче. Так, а если желтая галочка? Это что? Значит, тебе по квесту нужна она. Убит, статус убит, все твое теперь мое. Это мой. Я его уже. Вот внутри, короче. Mm-hmm. Мне шину надо, у меня рука сломана. На, где ты? Ты внутри? Вот он. А, понял. На. Мне очень тяжело, бля. Как захильс? Скинул, скинул. Так, перегруз у меня. Выкинь кувалду, блядь. Так, говорит, перегруз у меня. Парашек всякой нахватал. Пропан есть, инструменты есть.
этот... Так, от... ну-ка, стоять. У меня эсмарх шина есть. Могу дать солеву хилиться. Внутри вот здесь жетончик есть. Это мой. Нет, ну... Вы что, охерели, броник этот не брать, шестой класс, блядь? Который? У меня четвертый. А ты где? Да за палаткой. За палатку. Все, ушел, бля. Ты взял? Естественно. Все. Там в палатке еще жетон твой. Там BVV какой-то ник. Господа лутеры. Берем дальше. Внутри в палатке залутай. Жетончик все. Сзади. В первом лагере где были? Да не прыгайте, блядь! Я отбегаю, стойте, ловите его. Он же слышит вас, блядь. Я под скалой сижу. Нет. Нет. Не шевелитесь, даже, блядь, не подпрыгивайте. Пусты не шевелите. Сейчас я броню свою скину, приду. Ебать меня. Стойте, сейчас прибежит. Он видел нас... меня убегающего. На скале у нас. Наверное. Да-да-да, он на скале. Ловите, как побежит. Сбросил рюкзак. Сейчас побежит, значит. Вам надо его, блядь, накалить. На скалу залазит. Я тебе живот прыжки прибегу, хлопану. Стоять! Убили? Нет, нет. Нет, 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 ранил. А, он мне сразу пизданул. Где он? На мне, прям это как сдать. А ты где, блядь? Он за палаткой. За палаткой лежит. Я не пойму, где он, блин. За палаткой. Прям на мне. Все, убили его. Вырубил. А здесь стоять. На скале нету? Не знаю. Я на скалу посмотрю. Я его столько продамажил, блядь, а толку. С МП-7 был, который это подобрал. Рюкзак на нем? А это кто стреляет на? Хуй его знает. Так, я лягу пока. Докину. Круто играешь? Да. Вообще случайно убил.
Че ты хилишься, че ты? Я докидываюсь. Докидываешься. Так, вот этот хрен, которого я завалил. Нифига у него М1А. Осмотреть шлем. Четвертый. Редут М. Пятый класс. Возьмем. Ваня, у меня там в этом, в рюкзаке прям охрененский шлем есть. Слушай, у редута 21 броня осталась. Лучше не брать ее. Но у меня четвертый класс на 70, по-моему, был. Хватает. Блять, куда я выбросил его? Вот. Так, да. Свою ППХ выкину. Что, нормально, блин? Да, бомба. Выбросить-ка. ПС, а ты что, на доке взял себе патроны? Нет, я подобрал у этого. Шлем не выкидывал? Нет, я твои шмотки выкину. Так, а если я свои вилмаги с ППХ выкину, они придут мне застрахованные? Если застрахованные, да, но они придут без патронов, так что патроны выщелкивают. Угу. Вот эти патроны. Так, палатка решения крестом лежит у меня. А с ППХ, климатор, там вот это все надо было снимать? Если застраховано, Саня, все, тебе все придет. Хорошо. Броня твоя, Тор, черная? На трубе, да. Палатки скидывал. Наверное. Да, да, вроде бы. Я хуйню, блядь, не этот. Ныкай, блядь. Сейчас дикие придут, блядь, все вынесу. А у меня ледокс есть. А мы, блядь, четверых отпиздили, блядь. Да. Пятерых даже. Тут пятый пришел. Ну, пятый вот я втроем. У меня его тоже. Все, Сань, закончил мародерствовать? Да, блин, почти, но не совсем. Что там, блядь? Пиздишь его каску, броню там, если живая. И пушку уносишь. Ебать, у тебя дырка в каске. В этой, да? Это я стрелял. Редус хороший броник. Он давай хорошо это чинится. Так. Тогда я свою выкину, что ли? 31 единица здесь. Вы присните. Так, а вот это? А это моя 23 единица. Это у тебя третий класс. Вот этот скинул, ты четвертый класс. Лучше четвертый, да? Естественно. Но она же дырявая. И чё, блядь, она же не вся дырявая. Так, выбросите. У меня сейчас четвертая броня, 80 единиц. Так, а чё у тебя? Юсек? Скидывай, да, его одевай. Свою заныкай куда-нибудь, сбрось, блядь. Это не моя, я ее с трупа тоже собрал. А, тогда, блядь, ее все равно скидывай. И этот, ее в рюкзак. Выбросить. Ты ее в рюкзак возьмешь, а его броню на себя одев. Выкидывай баллон, блядь. Парашу ты выкидываешь. Инструменты тоже, что ли? Все, теперь запикиваю этот броник, блин. И остальное, что влезет. Ой, блин, сейчас. Так, и вот этот броник одеть, да? Да, его броник на себя.
через альт. Левый альт и этот. Он на тебя идет. Да, блин, знаю, сейчас. И все, и на выход потопали. Потопали. Что-то ты не слишком быстро топаешь. Ну подожди, не все так быстро. У меня сейчас на оружие под вопросом, сколько патронов. Это не осмотрено, потому что. Осмотреть, да? Нет, там типа надо этот. Сядь. Настройки. Ой, бля, сейчас. Не вклони только меня, нахуй. Настройки, бля. Эскейп, настройки, шестеренка. Так, эскейп, настройки, шестеренка. Управление. Управление. Так, и внизу крути. Подожди, я сильно крутанул ногу. Еще выше. Еще. Это здесь надо смотреть, блядь. Сейчас скажу. Проверить боезапас? Да. Мышку забинди и на колесико вверх. Да, блин, сейчас. Где? Где? Телем. Проверить режим огня, боезапас. Хорош, на выстрел сделал. Вверх крутанем. Все. Теперь иди, блядь, выстрел сделай обратно, блядь. Выстрел. Так, да? Да. Сохранить, на. Все. Вернуться, ну, да? Нажми, эскейп нажми, блядь. Крутани. Меньше половины. Перезарядись, если есть. Чё? Я не знаю, на что он перезарядился, бля. Сейчас вынуть патроны. А, ага, три патрона оставалось там всего лишь. Что, тебе мало? Нормально. Все нормально, все хорошо. Че, погнали? Похромали это. Ля, сколько трупов ты видел, Андрей? Да. Угу. Какую грязь мы тут сделали, бля. У тебя на втором слоте оружие лазер включен. Ты идешь, у тебя этот. Это тип вообще меня ушатать должен был. Он на меня просто выходит, блядь. Там такая путаница начала. Так. Я там медблок поставил на крафт. Хорош, я тоже. Пошли во вход. Задохлик, блядь. Это пиздец, нахуй. Чё ты? Кувалду мою подобрал? Нет. Нахер эту парашу, ну. Запомни меня молодым, если пёзну. Так, на будущее, если слышишь, что кто-то несется на тебя, замри, не шевелись, блядь. Иначе вас захуярят, блядь. Как мигом. Кстати, вот здесь как следует пошел. Я тебе говорю, он теперь спавнится. Мы отсюда пришли. Тут же уйдем. Если мы пойдем там, если там на горе кто-то сидит, нас пёзнут. Сейчас мы здесь уйдем, короче, по кустам. Прямо за мной хуять. Слева мина здесь тоже, там где-то в районе скал, бля. Сейчас мы спустимся и пройдем по полю.
по сейву уйдем. У тебя жетонов нет никаких больше там моих? У меня вообще жетонов только Market On, сейчас осмотреть. Его это статус убит, горшок лайф. У тебя жетон в палатке был? Ты его забрал? Да, да. Все, BVV какой-то был. BVV. Не завелся, блядь, получается он. Бии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 . Раньше эти видели, там типа донаты скидывают с голосовым. И там ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Давай заведем Жигули. Ви-ви-ви-ви-ви начинают, блядь. А что я такая делаю? Ты собака, я собака. Я вижу эту табличку мину. А за нее не заходи, перед ней можно ходить, блядь. Мина, короче, вот здесь, и вон там по песку. Ага. Я уже, собственно, ногами там выяснил, бля. Ты пушку свою скинул? Да, я все свои пушки скинул. Ну ты типа хоть заныкал их? Прям так надо. Да, прям так выкинул. Сейчас же дикие придут, нахуй, все сметут, блядь. Ну ты там выкинул же на пустом открытом месте твое. Но я чуть получше, чем... Поле бросил. Чуть получше, чем ты спрятал. А все равно эти шныри, блядь, все пустые общупают. Ну и ладно, блин, хрен с ним. Разделал нахуй, как бог черепаху. Да. Давай, Вань. Я тебя контролирую. Блять, там если б тот тип это... Ага. Звёздная. Ага. Все, блядь. Да, рядом, вот именно. Так бы все и было. Так, что у нас по выходам? Ворота один завода, АЗБ 014. Ворота завода, мосту, ты можешь выйти только с диким. С телобот. Видите, у него дырка, он в каске, бля. Ты можешь помочь что-нибудь понести там? Не надо ничего, блядь. Вообще, блядь, забудь про эту хуйню. Цепочку. Цепочку золотую там. Не надо, блядь, моя цепочка. Ты сап себе не забрал. 30 тысяч рублей, блядь. Так, мина рядом у тебя там. Нормально. Контролем. Тебя бам, нах. Че, ползем? Я-то ползу, стамину восстанавливаю. Так, мы на окраину, да, идем? Да, или окраина, или ДБ-14. Лучше вторую пушку. У тебя там магазин есть от нее? Да. Так ее перезаряди, с ней иди, блядь. У тебя там прицел пуля. У меня на обеих полная. Все, с ней ходим. Это глушеная... Около половины трейсер. Короче, где-то 10-15 патронов. Нет, нельзя. Там вина что зашел сюда. О, нахуй. Отдышка. Еще и лутается, блин. Ну что это за человек, а? Че лутаешь? Я выстрелил опять. Ага. Теперь я лутаю. А, да как жить, блядь? Да как жить, нахуй, а? Я иду тебе на помощь. Не надо, блядь. Пошел, Чип-чип-чип и Дейл. Где, блядь, мой бронежилет, блядь? Вот сюда упал. Вот он упал. Да, изучить предмет неизвестный. И чё тебе не надо там изучать?
Там дальше снайпер. Я видел этот Мирин, пули FMJSX. В MP7 были. Здесь снайпер нарисован. Ну выйди туда, он шмальнет тебя два раза. Слушай, это труп валяется там, получается. Там труп, типа, это текстурно. Ясно. Так, мне надо водички попить что-то, блин. А нечего она. Только жетоны на, пожевать на. Для Кока-Кола. А, энергии тоже по нулям. Энергии нужно. Мародер погиб один. Да. Это все потому, что слишком быстро левела ап. Бля, выхода нет, до конца надо будет идти. Да, бля. А мы сейчас еще тут что-нибудь вынесем. Ай да, пошли на выход, бля. Не могу, нахуй. Мне пропадать же добру, бля. Мне пожрать надо, Вань. На, иду, блядь. Энергии нету. О, ты меня увести хотела что-то. Тут еще столько добра, блядь. У меня 5 ячеек есть. Ты чё? Весы маленькие. Что ты здесь свистнул? На. Что ты мне оружие скинул? Да не надо, блять, это парашка, сами уходи оттуда. А, похромали отсюда. Девять минут. Жалко, нет автобега, блин. Да? Да. Какой же ты медлительный. Там бы сейчас заново там латался, или на там выбирал, ну, какой-нибудь параш там прыгнуть.
Это что, у тебя МП-7? Да. Че, крутой? Где взял? Где взял? О, о, о! Помнишь, где труп лежал? И мины были на МП-7. Снайпер, бля. Вот он, погиб. Пошел не туда, да. Два выстрела, это уже смерть. На третий точно смерть. Нам в спину, кто-то заходил, блядь. Че ты какой дохлик, блядь? Я еще шприцом укололся, блядь. Я вообще не устал. Сейчас скажу. У меня все тут помутнело на. Так это боль, бля. Иди отсюда. Шина есть у тебя? Шина есть. Так, а у меня боль есть, и есть. Перелом. Ну вот, перелом сделай, все. Боль перелом S-Mark? Или что? Шина, блядь. На перелом и шина. Тремор еще на голове какой-то образовался. Четко ты придумал вообще. Дуй, дуй уже, блядь. За тобой там кто-то шел, блядь, вещи давай. Я не знаю, куда сейчас идти, ты ушел. Пикап уйди. Иди, 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 там пикап справа, блядь, вон, видишь, там все? Это выход окраины называется. Прям к пикапу подойти? А, оставайтесь в зоне выхода. Интересно, сколько опыта дадут? Тебе дадут за убийство опыт и за успешный выход. Нормально спанут. 1003 дадут. О, 2255. Market One. Блин, опять я с пупехи в голову. Чёрт, блин. 5 чего было, блядь. Тот пес, которого ты ушатал, он мог убить меня, блядь, за два выстрела. Ну, я его на изи, получается. Нормально, нормально. Командная работа. Тогда тоже с одной пульки ППХ убил. В ухо залетел, помнишь? Там на базу какую-то заходили. Персонаж же. Так, контрол. Так, вот эту броню Редут М не чинить или просто продать? Чини, ходи в ней. 70 тысяч, Вань. Бак ты хочешь? Это нормально? 70 тысяч на ремонтно. Ну, себестоимость 1300. Так, первый и последний раз ремонтирован. Давайте, сейчас буду на постой. Вазелин приготовил. Приготовил. И что, ты говори, я скину, Саня. АКС-74 УН. УН. Удал. Нормальное оружие. Я, блин, вот эту вот хрень М1А, наверное, продам все-таки. Да уж все оставил. Да нахер. Тань, ты мог его дважды убить, блядь. Я смотрю, блядь. Я просто стоял, он стоит харкает там перед тобой, блядь. Ты всем не говори, бля. Позоришь меня. Мне там в чате пишут,
круто играешь, понимаешь? Ты сейчас все, блин, засыпал. Да, это мне передавали. Ты в этот момент убегал, что-то там хилиться. Я, говорит, приду, там еще это, вас. Саня, это разводка называется, понимаешь? Его же надо было тебе вытянуть, блядь. Если бы я не побежал, он бы меня не увидел. Он бы так и стоял там, блядь. Он же не знает, где кто находится, блядь. А так он видит чувака убегающего, блядь. И выходит. Мы с Максом, с мокрыми глазами тебя провожаем вслед. Тимур, ты ходит. Так, продать. Ван, а где моя МП7-то? Не видел ни одной твоей МП7. У меня ремонт сейчас окупился. Медички провел. Вот. Там даже не в этом, что окупился, не окупился. Этот броник, короче, дает тебе шанс, блядь, выжить. Понимаешь? Так, это у меня на АК-74. М1А за 147 тысяч продать можно. Там глушитель надо снимать или прям с глушителем продать-то? Чего, блядь? Что, зверел воин? В смысле? Не продавать? Что? Хорошая пушка. Сними с нее магазин и пистолетную рукоятку. Она место меньше будет занимать. Потом на праздник пойдешь с ней. Осмотри ее, нажми осмотреть. Сейчас, погоди, у меня тут. Да нахер есть. Ты так, как, блядь, вот, блядь, папка. Я вот хочу реклама, вот эти увилмаги, которые вот, 6L20 их продать. Там еще патроны надо с них вытащить, а вдруг БПшки туда запихнул, блядь, сейчас продажи бы. Он БПшки там у него, блядь. Пейсы продавай, блядь. Все, пушку эту смотри. Которая? Да, М1, блядь, которая. Так, осмотреть. Снимай с нее пистолет и рукоятку, Орион, и магазин. Магазин. Видел? Нет, не видел. Что я должен был видеть? На два этажа меньше она стала, на один этаж. А еще вертикалка. Она не мешает. Патроны М62. И продать ее, да? Блять. Или что? Для чего, да, я сейчас сделал, чтобы она просто меньше места у тебя занимала, блядь. Да, и продать. Ну как она будет меньше места занимать, если она все равно тут... Блять. Я ее сейчас возьму, катку. И патронов нет. 15 патронов не хватит, думаешь? Еще тут 3 патрона. Давайте я сумку даже маленькую взял, чтобы если что это... Давай я продам, готов. А то, блин, не придет ни хера. Так, торговца. Механик. Единственное, могу снять оптику с нее. Что-то... Так, ПС-ки продать, да? Патроны? БП-шки, да? ПП-шки оставь. БП-шки. БП-шки оставь и ПП-шки оставь. ПС-ки скидывай. ПС-ГЖ. Сто 60 тысяч. Четко. Батя, оказывается, кошелек нашел. 65 тысяч лежит. Какой? Вань, можешь посмотреть? У меня вот АКС-74УН. Это нормальное оружие или вот с обвесами тут со всеми делами? Или тоже? Что там, блядь? Или продать его на?
Да там нормально такая, она недорогая. Вертикальная отдача 52. Много. Да, продам, наверное, возьму, что у меня там есть. Ходи с этой хуйней, господи, блядь. Там 600 тысяч сюда. Мне б твои заботы, Вань. О, блин, сейчас я уеду, будете с Мигином бегать? Нет. Изучать игру? Нет. А сегодня что-то так созрел, бля. Что? Даже уговаривать не пришло. В тестовом режиме, наверное. Это, наверное, потому что вчера с папку там топов налутали. Топов не было. Я об этом же, блин. Сейчас тебе этот нос вытащу на кого. На вот этот АКС, да? Угу. Ну, отдачу снизит тебе. Сейчас посмотрю, подойдет, не подойдет. Так, сексер надо поесть, энергию восполнить. Да, подойдет. Использовать, да. Хотя... Нихуя он не подойдет туда. В ушу тебе возьму. У меня ДТК один есть, компенс какой-то. Не то это, блин. Пипирку ты сними с калаша. Пипирка с калаша, смотреть. Вот это 6P26, да, который? Так, выбросить, да. Ты идёшь, Андрей? Я Давайте. Ищу в рейде. Да, хорошо, я тут 7 нашёл. Который 80 тысяч стоит. Чё нашёл? Лошак на МП7, 80 тысяч стоит, нашёл. Пих. А что такое 80 тысяч по меркам Таркова? Когда страховка столько сырей стоит. Это чё, у тебя усы там, блядь? Раньше усами не были, теперь усы, да. Санёк, утер, ты что делаешь? Я договариваюсь с торговцами. Чё там? Приглас? А устали тебя ждать. Купчик. Получена. Входящая посуда. Чё, долго ждать? Я опять не жду. Может, все, мы уже стартанули. Вон можно на ошибки взять, вон и зеленую взял, чтобы вы видели меня, если что. А то как это. От да, судьбы я... не убежишь, Макс. Ага. Ты спроси Ивана, кто прокалил нахуй. Если Буянов решил то, что в этой каске суждено погибнуть, то так и будет.
Кто-нибудь сок, воду с собой взял? Нет. Мне кажется, я не до конца восполнил гидратацию свою. Ну чё, погнали на? Чё, вперёд, мародёр? Блин, чё так темно-то? Это утро называется. Так, а где носик мой? Like in the movie. Да, я... I've got a bad feeling about this. Вот он, брат. Хватаю вещи. Взял. Надеюсь, мы туда бежим. Сейчас бац, и снова, блин, свита головорезов. Оп. Почему в темень пошли? Ну, блин, ты не стреляйся, параша, блядь. Ты понимаешь, что своим песиком ты отобьешься только от этих ходить? А я могу стрелять? У меня как и 174. Да. Ты-то глушен, тебя не слышно. Устал я. Кого ты гасишь? Бухло. Есть вода, еда. Четко. Чё, ты меня в воду скидываешь, иду? Рядом кто-то кашляет. Да это этот, блядь, чевобот наш кашляет. Маслину поймал. Ай, бля. Ботов щупайте только карманы и рюкзаки, блядь. В разгрузках у них очень редко что-то ценное. Ну, увел маг на сайгу. Черт. Брать, не брать. Очень нужная вещь, тебе, хозяин. Блять. Я твой сарказм не всегда понимаю, Ваня. Не надо. Я в подвале. Я заблудился. Я не знаю, где вы. Куда идти, блядь? Меня одного оставили. Где вы? Я вон кирик. Блин. Вот на секунду вас оставил и все потерял. Я до сих пор здесь же. Блин, шмальни его, блядь.
хватит нахуй, ты еще меня захуяришь, блядь. Все, вижу. Я сейчас захуярю за выстрелом экином. Здесь, по-моему, мина, да, где-то? Здесь нет, нет. Макс, это ты? Зеленый. Если он, наверное, опять думал, что разговаривает, блядь, заебал. Да, я, да, я. А где этот? Айвона? Кто на минах пёзнулся? Не знаю. Это типы у нас. А ты где, Вань? А, в подвале? Нет. Я возле взрывающейся камни. Пустился? Да. Я пошел смотреть, кому ножки оторвало. Потом это было такое любопытное. Это уже за нами крались. Мы вдоль озера идем. Поднимаемся на гору. В сторону я выстрелов еще... идем. Я еще коммуновки оторвал. То, что там увидите, пиздите. Я с другой стороны. Я максимально право. Низине, вы не должны меня видеть. Вообще никак не увидите меня. Это, наверное, там, у палатки. Где-то там, ну. Чё, пойдем пушить? Или пока аккуратно понаблюдаем? Рядом с озером находимся. Все, пошли, Макс. Тихонечко. Кушать Палаткина. Здорово. Здорово. Здорово, заебал. Бля, не могу найти коммуновки, тут оторвало. Передо мной где-то ноги ему отрывают. Ты где, палатка? Нет, нет. Бля, там где-то прямо передо мной. Ну где палатка? Знаете, где он может быть? Там палатка, короче, и эта хуйня. Труп в кустах. Вот палатка одна перед нами. Где я погиб? Да. Вы там? Да. Ну, мы здесь, у зеленой палатки. Где вот здорово была, 5 человек повалили. Вот у этой палатки, не у следующей. Там, потому где, что на столе... Где заруба была? Потому где Макса пёзнули? Слышь? Не труп, тут кровь, блядь. Где Макса пёзнули? Здесь. По ящику кто ходит, блядь? Я. Точно? Да. Только что пробежал. Сейчас он лутает ящик. Возле палатки. Кто стоит? Я стою. Вот, машу. Видишь? Я сзади тебя, видишь? Нет, налево, не вижу. Вернись. Ага, вижу. Уже умер. Вот труп лежит. Угу. Так, это ты поднимаешься, да? Да, угу. Видишь, лежит. Да. Через пацанчик. Макс, не спускайся, там мина. Заебал.
Макс уж все залутал здесь, да? Да он голожопый, блядь, у него, по-моему, даже рюкзака нет. Нет, я говорю про этот. Здесь, у палатки. Я с заднего лагеря за ходоком. Мы в палатке лутаемся. Ну как? Это у вас первый лагерь, я в ближний лагерь называется там, что, блядь, так для нас будет. Так мы оттуда же пришли, с да, того. А я в дальнем лагере, за вами. Ты молоко не берешь, воин. Магиона. Чё я там не беру? О, я не успеваю. Сейчас возьму. Молоко, молоко. Где-то на столе молоко. Забайтил, да? Да, Андрюху забайтил, говорю. Все нормально, все хорошо. Я там взял цепочку уже, все. Нехер здесь целовать. Все, погнали дальше. Пойдем дальше, мародеры. Гору видишь? Вон ту. Ну и чё? У меня точка. Чекайте, блядь. И чё, как? Блядь? Запомни, как она выглядит, когда она пустая, блядь. Ага. Так, я сижу и чекаю, смотрю, да? У нас все две чекать смотрели. Мы куда идём-то вообще? Ты чё меня спрашиваешь? Большой-большой секрет. Макс, Ваня куда ушел? Наверх, на гору. На гору? Чекай, блядь, гору. Увидишь сандвижение, стреляй на. Все так говорят. Вот потом кричат, забери мой лут, блядь. Да, раскидай на. Прошлый катки тип заблудился так и, блядь, это потерял. Противник вышел на меня, стоит, смотрит, не знает, свой, не свой, блядь. Я-то знаю, что он не свой, блядь. И перезарядка, да? А у меня перезарядка, патроны закончились, блядь. Не топать. Впереди, возможно, есть что-то. Как он перейти на... Ты нас потерял, да, Вань? А, Макс, да нет, вот. Я... Куда я смотрю, ты смотри туда же, бля. Да, ты смотришь. Я знаю. За деревом. Он монитор смотрит, гаси монитор. Он смотрит в очки свои. Гаси очки. Гасящие очки, что ли, бля? У меня, короче, это блядь. Какая? Вот этот параша вышел выиграть. Жалко, конечно, да. Слава богу, конечно. Да, именно так. Поэтому PUBG, блядь. PUBG.
меня вчера уведомление пришло, троих читеров забанили. А мне, блядь, уведомление каждый день приходит, что одного и того же читера, блядь, временно банят каждый день. Каждый раз. Камень в лесу, да? Ничего не происходит. Сегодня опять ничего не произошло. Так, там все обнесли, блядь, двери уже. Да. Мы на выход идем или лутать? Там тачка, видишь, скрыта, даже багажник, блядь, дернут. Макс, направо, правее. Да. Макс, ты здесь сюда. Прощай, Макс. Буянову привет. За скалой вы, да? Угу. У скалы справа. Здесь лут какой-то есть. Видишь нас? Вижу, вижу. Это... Возле дороги, да, идем? Нет, возле стены здесь бетонки. Какой-то заебись выход там. В подвале, да. Этот работа тут. Тут уже, блядь, все дернули, на все открыли. Че, внутрь заходим на? Ну-ка, нахуй, не захуярь, ты меня пернешь своим говном, блядь. Чё, с дробашом? Ну, блядь, ногу оторвёт, нахуй. Дикого завалил Коля, будьте рад какой-то. Левая нога. Спать. У тебя как левая нога там поживает? Я посмотрю. Легкое кровотечение. Пройдет 20, через 10 минут. 25 на 65. 2000 стоит, блядь, захилить. Я не помню. Захилил, не посмотрел. Спасибо, то есть я мог бы и вторую ногу тоже, да, по сути? Угу. Надо будет в следующий раз. Опыта не тебе жизненного. Сразу. Да, не жизненного сразу опыта. Два отхуярить. Так, цепочка. Сухарики, шпрота. Чё за хрень вообще? Вынуть патрики. Патроны СПБТ. Что ты скажешь о них? Калибр 7.62-54. О, водка. Чувакаха от бота сдох. Ну, у нас сейчас чувак, блядь, на мини взорвался. Опа, шапка-бомбер, блядь, сюда нахуй.
Слушай, вот есть сухарики Емеля, а есть сухарики ржаные. Вот ржаные, они тоже по квесту какому-то? Тебе Емеля надо. Вот эти могу жрать, короче. Ржаные, из них можешь квас крафтить. Две воды и... Если у него, бля, четыре сухарика. Есть убежка. То, конечно, может. У него обычное здание. Стандартное, бля. У него нет места. Ему нельзя, чтобы у него что-то задерживалось там в схроне. Все равно. Ты где, утер? Я в лесу. На выход идешь? Да. Блять, ботыночек, как ты жирный, блять. В четвертом классе все ходят. Заебали. Чувак, ультима ловая, блядь. С Валдаем, блядь, ёптать. С теплок, блядь. Чего, блядь? Ну, ультима встроена, тепловизор. А, да хуйня, блядь. Хуйня. Ну тот теплок, реально хуйня. Две золотые цепочки сюда, блядь. Так, наушники продать. Так, броников продать. Здесь чук. Блять, дождь заебал. Да ладно, мы первую катку пошли этих. Обгунов споткнулись, блядь. Бачело бот. Ой, бот, точнее, этот снайпер с НСПУ. Нём. По кайфу. Рвали. Так, сухарики. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что
Он, блядь, телек смотрит, а? Толик. А? 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 Так, пойду перекушу что-нибудь. Все или что? Ждем кого-то? Алло, Иван. Иван. Алло. Стартуем. Ну чего? Тебя только ждем. Thank you.
Чё-то непонятно, на разгрузке у меня патрона дробовика. Вроде не брал. Чё пенем, Андрей? Ебать, я чего бота убил. Отбрыл за лутом его, блять, с пилигримом. Пусть его он еще нашел, пиздец. Он домик диких залутал. Вот это вы убийцы. Макс. Не лутай его, блядь! О, лаповская ключ-карта. Сюда лут. Погода пиздец говно. Промок уже, блядь. Ну, чтоб да. Молния не попала на. Сейчас бы нам теплачок. Ты чё, капку с этой корни починил, бля? Починил. Это наушники там, походу, да, это просвечивает сквозь текстуру. В этой хуйне уже кто-то может сидеть. Люди, там есть кто сейчас? Атани, собирает, блядь. Патрончики мои, блядь. Он босс дома. Ты босс? Ебать, нахуй. Ты стрелял сейчас сюда, это босс был. Я сейчас в куст отойду, сяду, блядь, закидаю патроны. Я к тебе в куст. Патроны. Ус, патроны как? Нормально? Какой-то. Выкинуть? Нам надо идти смотреть на суету. Бегите на гранату туда, к закрытому ангару. Пока не босса не пёзнули, блядь. Давай, давай, давай. Геймкат какой сбрось. Вот это одевай. К закрытому? Вот эту хуйню тоже надо смотреть. Вот эти сейчас пёзнем. Они сейчас в открытую. Лево, да? На КПП они. Я не вижу, где вы. Он или за КПП? Где сейчас? Или внутри сидит. КПП видите? С джипом. Я пойду на холм. Смотреть сверху буду. Возле рюкзака здесь я. Джип видите, бля? Блять, я куда говорю, а воины? Вы джип видите? Да, блять, я выглянул, по мне стреляли. Открытая, открытая есть. Это кто внизу? Вы где, у закрытого ангара? Да. Пиздите там всех. Убил. Уходи на перед. Может, я убил? Рассказывайте, где вы. Я на холме возле сумки красной. Я понял. Слева на холме. Возле чего, блин? Он вот подо мной, получается, слева. Возле закрытого ангара? Опа. Да, возле закрытого ангара. За ним? Нет. Перед.
Вот он, ты бежишь. Одного пёзнули, вот он справа, справа там. Mm-hmm. На дороге. Закрытый, видишь, он горстан? Закрытый, да, смотрю. Поешка там. Это моя, блин. Над бытовками смотри. Между бытовками? Я в закрытом. Понял. Я не вижу отсюда, у меня точка. Я тоже закрытым. На тройке где-то, наверное, там хуячится. Так, я патрон докидываю. Потом его пощупать, Миган. Того чела, по-моему, я, возможно. Потом, блядь, пощупаешь, блядь! Опа! Ебать, спасибо, папаш, ты чё, казнить меня решил? Это сверху обстреливает меня? Нет, тот же. А, вот он, сверху, сверху над нами. Это я сверху. Нет, 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 вот он. Кого гаси? Патроны кончились. Вы дальше это закрытого? Стрелял, да. Я бегу к закрытому. Сверху на бревнах, Иван. Я убил его. Здорово, Саня. Здорово. Так, Вань, ты возвращаешься, да, закрытому? Я. Ты за закрытым стоишь? Я за закрытым, да, это видел я. Мой? Да, видел. Что так, смайл. Это ботинок был. Кого пёрнули? Я ботинка завалил. А, я думаю, мне показалось, что он чувак, блядь. Чё, он так, я чувакашника убил. Я докидываюсь тут на тебе. Ты стреляешь? Нет, нет. Наверху там? Я в кусту лежу. Вот так, типа. Я к боту подошел. Тут еще типы будут, скорее всего. Этот болтовочник у меня был. Так, я обратно в закрыто. К закрытым кто подходит? Не знаю. Это не я. Скажу, как подходить буду. Свет кто включил? Меня пизнули. В закрытом ты? Да, в закрытом. Мюген, в закрытом враг. Ты где? Я за закрытым, где Саня был. Леон 32-ру завалил. Ты у заднего выхода был? Да, я у заднего выхода сейчас. Гранату дал ему. Пёзнул. Убил. Смотри, как будто сидит, Ивань. Урон нанесённый по телу 366. Где, блядь, нахуй сумку тебе скинул?
Ты жив? Это я. А как прицелы менять? Кратность. Это ты идешь? Да. Alt-B. Alt и кнопка Alt, мыши. Правая кнопка мыши, блядь. Alt и правая. А, правая. Не, именно прицелы вообще. Перетаскиваешь? Троп. У него нормальный этот шлем. Ты чё, броню спиздил мою, блядь? Нет, я ничего не брал. Где моя броня, блядь? У него она в сумке. Пушка какая у него была? Пушка М4А1. Таня в пакет запаковывай, блядь. Выноси его. Спасибо. Где там Санечек? Сейчас этого еще посмотрю. Разгрузка, умка у него. Намного лучше, чем у меня получается. Ебать, у меня уже перевес. Ты Саню разлутал? Нет еще. Саню забираю. Да, вот я. Хорошо, что успел в подсумок джипышки вот эти закинуть. Не мало ли патронов у тебя, братишка? Ты что забрал? Бля, консервы нах. Чё у нас? Ты все? Да. Блять, сука, это хоть тяжело. Иди сюда. Сейчас ебемся, я тебе этот броню отдам. Сюда иди, блять. Куда ты пошел, воин? Броню свою скидывай. Так, я тебе оставлю, короче, этот, наушники типовские. Ага. А там мне пиздец тяжело, блядь. Так, каска коричневая вообще, от Саня твоя была? Да, это моя, была застрахованная. Так ты в нее перекладывай. И своей все. Зря ты здесь скинул, сейчас Макс подберет ее. И йоди. А я... Это броник, да, разгрузка? Да. Свою броню скинул? Да, я ж тебе... Скинь в траву, блять, ее, не таскай ее. Я выбросил ее. Смотри, нах. У меня этот наушники М32 еще есть. Те наушники, которые я тебе дал, выходил. Нихуя у тебя М-ку, ты че охуел, блядь? Че? Гаси его на. Ебать он мою М-ку спиздил, нах.
У меня, блин, не такая крутая М-ка. Ну-ка давай сюда, нахуй. Дедовщина, да. На, сюда иди. М-ку сюда дропнул, блядь. Воин, блядь. И ковар Санин сбрось, блядь. Где, блядь, М-ка? Вот скинул. Я тебе там это, сзади этот скинул. Твою М-ку, да? Да. Ты чё, патрошки-то где? Давай. Да подожди ты, блядь, где эта М-ка? Бать, нахуй. Где она, нахуй? Ну вот тут бросил. Смотри. Это чётко. Каску вижу. Чё, нашёл? Нашёл, нашёл. На магазин его. Где они? Ой. Сейчас. Так. Саня, разгрузку видел, где лежит? Да. Вот мне по магазинам. Я сейчас на обед, чуть позже подойду. Может, позже подойдешь? Да. Именно так. Все, готов, Путер? УС, да, патроны у тебя? Не бери УС, блядь. Все, съебываем отсюда. Я же с игры сейчас выйти могу, да? Да. Слышь, воин. Я не могу перезарядиться, патронов нет. Я тебе в разгрузку ее, блядь, положил. Запихай магазин туда круглый, блядь. Вот разгрузка, тут где-то Санина лежала, блядь. Я ее в карман положил, блядь. Видишь, вот она. В разгрузке у него в кармане там лежит, блядь, магазин. Так, ладно, всем спасибо, кто подглядывал. Пока.